Здравствуйте, друзья! Что вы видите в первую очередь, это то, как я открываю бутылочку. Конечно, это не те времена, знаете, когда нужно было физической силой обладать. Вот реально нажимаешь, а что он не работает-то? София, а что вы мне дали? Друзья, то, что вы видите, это салатик, помидорчики с брынзой. То, что вы видите тут, это ребрышки. Я-то ведь еще, в отличие от вас, знаете что? Я еще запах этого всего чувствую. Это тоже, это все техасское, это из техасского ресторанчика. Вот только что тут открыли соус. Да, София, что там у нас вот тут что? Как-то называется. Брискет. Так, мяско такое. Так, тут что-то от курочки, мне кажется. Не-не, вот курочка. Так, хумус. Нет, это картофельный салат. Подожди, только что был хумус где-то. Нет, это картофельный салат. Это картофельный салат. Хумуса пока не видим. Боже, что в этой банке розовой? Это смешка. Это русский, как это? Что русский? Типа икорки. Типа икорки. Так, ну-ка, давай. Это просто. Это горчица. Это соус. Горчица дижонская, нет? Нет. Соус. Так, соус. Значит, у нас есть бутылочки, но оказалось в последний момент, что открывалка не открывает. В смысле, не запускается ее электрическая часть. Так. Так, там еще что-то есть. Боже, что вот это что такое? Что это? Там тоже такое мясо. Какое-то мясо. Остренькое. Там тоже какое-то. Все мясное. У нас, друзья, все мясное. А что-то пирожки какие-то? Что это? А, это кексики. Кексики. В общем, у нас сегодня... Техас, шмехас. Но почему? Почему у нас день рождения? У Ринатика. Да, вот у нас Ринат. Это его первый день рождения в нашем коллективе трудовом. И, может быть, и в Америке тоже, нет? Нет, в Америке не первый. Да вы что? Второй. А у нас первый. Всегда, друзья, когда-то что-то бывает первым. А, ну да, первый. Вообще-то первый в Америке, да. Первый, я как чувствовал. Я не знал, конечно, но чувствовал. Ну что, да, друзья, точно. Как будем бутылки открывать? А вот так, такой штукой. Так. Ой. У админов, друзья, всегда есть... Нет, ну эта штука открывает только... Верхнюю да, часть. Только верхнюю часть. А остальное? Верхняя не открылась. Существенное это чем будем? А остальное, наверное, так. Этим. Боже, у него там целый этот самый. А. У нас тут наборчик. Только я не знаю, как это работает. Давайте вот я... Отлично. Так, да. Давайте я буду делать. Так, Леонидовна, снимай. Я могу вас всех туда заснять. Смотри, какой девайс. Значит, так, надо взять... Крепенько взяли. Так. Раз. Ушла туда. Пошла обратно. Да. Вот. Мне это напоминает про почтовую марку, да? Там, где говорит, чтобы спереди погладить, надо сзади полезать. Вот здесь, чтобы пробку вытащить, надо сначала туда, а потом обратно. Так, теперь как из нее избавиться? Так вы должны сказать, что такое. Выкручивать, мне кажется. Да, ну держите, это уже админская работа. Да. Вот я так. Тут такая в халатике бутылка, так халатик не снимается. Пинзмараули, друзья. Будем отмечать день рождения. Все, кто хочет поучаствовать в отмечании дня рождения, ставьте лайк. Друзья, напоследок я показываю вам произведения Софии. Такие, как вы их называете, София? Рогалики. Да вы что? Да, я их называю. Рогалики. Вот эти хреновинки маленькие. София, покрутите ее так в руке, чтобы люди видели, что там. Нет, ну мне в камеру важно. Вот так, да, вот так вот. Это рогалик одесский. Да. Или так называемый рогалик привозный. Ну, одесский. Нет, одесский. Как вы делаете одесские рогалики, кстати? Да, это очень просто. Я делаю слоеное тесто. Так. Такое полуслоеное. Потом беру немножечко джема абрикосового, туда натираю лимон и цедру, и орехи запекаю в духовке. Цедру когда они... вы сдираете с лимона или покупаете отдельно? Нет, я сдираю с лимона цедру и давлю немножечко лимона. Ага. И потом орехи пеку и смешиваю вместе, и все. Орехи какие? Валнатс.
Ну, как это, грецкие называются? Грецкие. Так вы их толчете? Да, я их толку и смешиваю вместе, и потом немножко сюда засовываю. Друзья, а сейчас только для вас я съем рогалик. Это, вот, друзья, это рогалик. Я знаю, что вы мысленно с нами. Мы видим абрикосовое варенье. Конечно. Местами. Видим абрикосовое варенье. Чайком бы запить, конечно. Поэтому рогалику чайку надо. Пожалуйста. Тут нам. Слоеное тесто. Я да. Сама его сделала. Я извиняюсь, что не из фарфора, но так уж. Я последний раз взяла, это было такое говно. Что ты последний раз взяла? Горячий. Продолжаем есть рогалик. В рогалике, друзья, важно не спешить. Потому что надо получить удовольствие. Я вот чувствую сейчас орешек чувствую. В абрикосовом варенье чувствую орешек. 8 таких вот. Обалдеть. Но когда я делала я отнесла к подружке. Да. Глубый, и малиной. Завершающий такой финальный аккорд. Мне было так жаль. Так что, друзья, у кого-то день рождения, а мы с вами получаем удовольствие от употребления одесского рогалика с абрикосовым вареньем и потертыми орехами грецкими. Ну и там всем остальным, что еще в Одессе туда кладут. Мне было так жаль, что гости пошла и испекла. Счастливо. Когда сама попробовала, я поняла.